Они спасают чужие жизни, рискуя своей собственной. 27 декабря профессиональный праздник отмечают спасатели. Глава города Николай Ренц поблагодарил за мужество и героизм людей этой благородной профессии. Он также вручил благодарственные письма добровольцам, которые помогали этим летом в ликвидации крупного лесного пожара. Мы будем укреплять службу спасения. Мы уже запланировали в бюджете средства на приобретение техники. И буквально в первом квартале еще добавим и оснастим вас тем необходимыми средствами передвижения, техники, спасения, что, безусловно, облегчит вашу работу и, безусловно, будет очень важно для тех, кто вдруг попадет в какие-то ситуации. Спасибо вам за работу. Поздравляю всех своих коллег, всех своих сотрудников с этим профессиональным праздником, с чувством гордости. Говорю эти слова, горд то, что у нас шикарная команда профессионалов, с которыми приятно работать. Хочется слова также сказать благодарность нашим коллегам, всем тем людям, которые с нами отрабатывают эти сложные вызовы. Врачи, сотрудники линейного отдела полиции, сотрудников ГАИ, всех перечислить крайне будет тяжело, но мы вас помним. Спасибо, что вы есть, что вы нам помогаете. Всем счастья, здоровья.